Здравствуйте, с вами Олегович, это канал Best Video Games. Мы продолжаем игру Diablo 3. Новый Тристрам. Надо войти в проклятую крепость. Так. И мы в нее таки войдем. Это что у нас? Так. Переправа к высокогорье. Угу. Так, тут у нас все пусто. Ну давайте эту переправу стартанем. Так, вот мы как раз тут и остановились в прошлый раз. И с нами этот ходит хрен, который собирает тут все. До свидания. О, симпатично все очень. А, упал куда-то чувачок. Ой-ой, какие толпы. Так, бабло падает. Тут что у нас? Больше ничего интересного нету. Дождь, молния. Ну, блин, просто атмосфера шикарная. По этим мостам гуляем. Прикольно, прикольно, водопадики. Так, тут что у нас? Ничего нету, никаких нычечек. А жалко. Так, что это у нас тут? Проклятая крепость. Ну, как раз туда, куда нам надо идти. Что же нас здесь ждет? Ой, куда? Я Асила. Когда-то я была супругой нашего возлюбленного короля Леорика. Меня и мою свиту погубило его безумие. Я благословляю тебя, воитель. И прошу освободить моих людей от нескончаемых мук. Так, освободить души узников. Ну что ж. Я уже так давно не видела солнечного света, что потеряла счет времени. До меня доносятся голоса тюремщика, моего мужа и этого стервятника Лазаря, которые решают мою судьбу. Вскоре меня не станет. Но в эти минуты меня больше заботит судьба бедного Альфа, который может пострадать от безумия своего отца. Если бы только Альфин был здесь. Я свободен! Ну, конечно, ты свободен. Ой-ой-ой, аж топор так закрутило в воздухе. Так, тут нихера нема интересного. Тут тоже всех перебили. Так, давайте в эту сторону пойдем, посмотрим, что у нас тут есть. Ох, она сразу подобрала, а, оружие. Красавчик! Да, тут довольно, я думаю, большой должен быть уровень. Так, всех размаслали, и теперь тут по каждой дорожке пройдемся. Так, а тут где конец? Ага. Быстро все сдохли. Вот так вот, ребята. Тут нихера больше нема. Так, и тут нихера нема. Так, где этот хрен? Нехрен нам здесь вызывать скелетов. Мне все это. Мне тоже не нравится. Ну что делать? Так, тут нихера нема. Второй чувак. Свобода! Наконец-то я свободен! Что? Кто посмел?
А этот откуда взялся, интересно. Так, теперь здесь все просмотрим. Что тут все нормальненько. И тут все окей. Все сдохли. Так, тут ничего интересного. О нашей победе. Ну конечно. Я свободен. Так, и тут ни хера больше нет. Вот тебе и свободен. Так, а что там нам выпало? Ага. Лесной житель бездны. Говно всякое попадало, блин, ненужное. Так, еще один. Четвертый. Вала богам. Стража! Сюда кто-то проник! Расправьтесь с ними! Только заметил, что ли? Так, теперь надо подумать, как бы я тут дальше проходил. Так, ничего интересного не падает. О! Забрал сразу, а? Так, тут что у нас? А, так. Где эта стража, которую он тут кричал? Не вижу я. Ага, понял. А? Давай. Так, до конца надо дойти. О, вот еще один потерпевший. Хвала, хвала. Так, ну я сейчас обойду, потом уже разберемся. На, бери еще один. Ай. Эх ты, блядь, ржащая морда. На, еще бери. Я свободен! Благодарю тебя, герой. Убить надзирателя. Теперь мои слуги свободны. Но проклятие все еще. Так. Где этот надзиратель? Так, сейчас мы и за теми доберемся, что там попрятались. О, тихо-тихо, народ. Тут куча добра падает. Вау. Это жирно было. Так, надо глянуть, что тут я бы пропускал, а? Так, тут ни хера нема. Вот тут что-то я пропустил, да? И все? А, вот все. Уцелел. Если так можно сказать. Так, а тут что у нас? Ага, там дверька, да? Тихо застрял. Где бери уже. Разлетали, поразлетались по закулкам все. Так, тут ни хера не было. Тут осталась жизнь. Давайте глянем, что мы там насобирали.
Чародей, редкая шляпа. Дай посмотреть, а. Двуручное оружие, ух. Урон тайной магии. Неплохая булава, но все равно проигрывает моей. Так, на плечи. 94. Пускай будут. 140. Порицание 129. О, еще лучше. Это. Так, это говно полное. Тут я там пособирал всякой херни, да? Все. А, ждут меня. Че в этих комнатках нихера нема? Было бы что-то, было бы прикольно, блин. Двери выбиваю и нихерища нету. Нормально это вообще? Так. Так, тут тоже все подзачистили. Это еще тут я вижу. Какие-то буйные. Свет. Угу, согласен с тобой. Так, ага, вот он показывает, где он сейчас там этот, наверное, надзиратель будет. Да. Мы сейчас к нему с другой стороны зайдем. Хочу просто все же тут обследовать, чего уже так просто ходить. Так, ага, тут ворота закрыты, да? Ну хорошо. Уговорили. Где все? Мне что, придется все делать самому? Ну хорошо. Иди сюда и прими кару за свои преступления. Чувак, у тебя жопа. Вот тебе и кара за преступление. Малышня, к папочке. Порвали всех. Что там есть, что-то хорошее? Какой-то говнощит, блядь. Так, ну что ж, давайте пройдем. Куда нам найти зал страдания, да? Тут нихера нема. Зал. Ага, агонии 3. Кара небесная. Крестоносцы дали клятву посвятить всю свою жизнь великой миссии. Никто из них не верил, что они вправду смогут. Ваше Величество, казни все готово. Это он жену свою убил. Благодарю тебя, Лазарь. Твоя преданность неоценима. Особенно сейчас, когда все обратились против меня. Что же до тебя, моя супруга и королева, вздумавшая устроить заговор против собственного королевства? До свидания. Любовь моя, клянусь, я никогда не предавала тебя. До свидания. Да. Вот такая вот даже страшная очень. Даже перед смертью она не прекратила лгать. Да, она такая была.
Так, третий уровень. И что же тут у нас? Почти как в аду уже. Так. Не на кого сыпать эту херню. Так, чувак, ты бы уже что-то выбросил хорошее, блин, а не атькал мне тут по душам. Так, нихера тут нема. И тут тоже пусто. Ага, вот есть еще. А ну-ка давайте глянем, что он там выкинул. В натуре он хорошие вещи выкидывает. Ну что ж, респект тебе, малыш. Давай так дальше. Просто в говно все превратило тут колонию. Никто не вылазит. А жалко. Так, туда дорога, сюда дорога. Есть, новый уровень. Тут прям этот магия света, блин, загорелась. Так, что там, длань небес, и что там есть? Ух ты, это что у нас, удар щитом, да? Давайте увидим эту расщелину. Не хочу этого говняное умение. О, что-то тут. Мне лучше урон, блин, от оружия, блин, огня. Бомбардировка. Это вообще что-то должно быть страшное. Так, давайте глянем, что там за это вот. За шняги электрические. Мне не хватает гнева. Кара небесная. Тьма отступает. Ну, я знаю. Вроде бы неплохая штука, но... Я люблю свой щит. Урон от огня, та-та-р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 а
Сколько вас тут? Кумарят уже. Есть, а ты что там спряталась, чепушня, блин? Обратно! Так, вот я не знаю, куда идти. Ну, пойдем туда, сейчас, может, там где-то сойдутся дороги. Че там тут застрял? Так. Понял, понял. Хочу видеть или... Ага, дороги должны сойтись, да? Ты чё, кабан, охренел, блядь? Пошёл в жопу. Так, понял, здесь соединилась дорога.
Нехило, нехило валит. Это чё за огоньки, блядь? Так. Ай! Я забрал, а, гаденыш малый? Я не знаю, идти вниз, не вниз. Тут хрен поймешь с этой картой. Все тут разнес. Вызывает всяких демонов. Так. О, портал есть. Наконец-то я свободен от темных сил, которые пытались подчинить себе мой разум, и вижу то, что происходит на самом деле. Эти жалкие людишки хотят ослабить меня, украв Альбрехта, но у них ничего не выйдет. Может быть, они поймут это, когда увидят насаженные на копья головы своих жен и детей. Злой, злой чувак. Не нужно больше тел. Думаешь, мои люди могут просто так вызвать демона? Для этого нужна кровь. Свежая кровь. И человеческая плоть для поддержания заклятия. Достань ее немедленно. Плоть, говоришь, нужна, да? Что ты? Позволю себе не согласиться. Гидар двуручного мощного оружия. О, вот этот меня угрожал. Да, серьезный был чувак. Аж подвисло, блядь, от этого, блядь, всего. Так, тут нихера. Да, эскиз это пригодится. Какого-то мощного двуручного оружия. Так, теперь куда тут идти? Ого. Нечестивый раб. Фу. Название интересно, кто придумывал, блядь. Нечестивый раб. Или, может быть, так перевели просто. Так, где-то уже должно заканчиваться это. Все.
Так, ну где же следующий уровень? Проклянем вас свет! Ага, вот он уже. Эй, ребятушки. Наши враги сильны, но мы не сходимся! Мне не хватает гнева. Жаль, что всех порвали. Замок не был уничтожен вместе с тем, кто им правил. Колечко. Хватит уже этого гоблина. Зал страданий. И что же нас тут ждет? Ого! Тяжелее. Наверное, осталось три страны. Рыдать над трупом этого старика. Она и тебя оплачет после того, как ты познакомишься с мясником. Ого, мясник. Тебе сейчас будет жопа. Ого, тихо там. Ёб твою мать! Правда, о демоне, называемом мясником, оказалось еще более невероятной, чем я себе представлял. Очевидно, в глубинах преисподней обитает множество подобных монстров, которые раньше подчинялись только самому дьяволу. Мясников собирают из частей тел других демонов, после чего вдыхают в них жизнь с помощью темной магии. В итоге и получаются чудовища, обладающие силой различных тварей из преисподней. Да, нехилый тут я доспех оторвал. Блять, ну шапка какая-то реально дурацкая с виду. Да. Жирные вещи. Так, надо, знаешь, я думаю, надо... Вот тут еще будет сундук, я так видел, да, краем глаза или нет? Или там не сундук был? А мне показалось, что где-то сундучок был. Не был, да? Ну хер с ним на эту часть. Херни всякой. Так, это что, найти незнакомца? Сейчас мы его найдем. Зеленая такая тулупка. Я думаю, может вообще в белый бы покраситься. Было бы прикольно. А-а-а. Вот охеревшие морды.
Тут можно со всех сторон подойти, да? Сейчас подойдем. Так, ну что ж, всех размаслали. Я умираю. Ангел, возьми свой меч. Мой меч. Я все вспомнил. Я был архангелом на небесах, воплощением справедливости. Я Тираэль. Ёптель за ногу. Ты вернул мне память, и теперь я вспомнил, какую весть я нес. Илиал и Азмодан, последние владыки преисподней, подняли волну тьмы, которая захлестнет этот мир. Тень Белиала уже пала на Колдей. Тогда я отправлюсь в Колдей и познакомлюсь с Белиалом. Надо действовать быстро. Возвращаемся в Тристран. Нужно собираться. Так, ну хорошо. И коль надо, то возвращаемся. Так. Ух, куча всего здесь. Так, поговорить не о чем. Так, хорошо, давайте-ка. По глазам вижу, что ты от меня не отстанешь. Так ты хочешь узнать, что стало с моим отцом? Да, хочу. Ну ладно. Отец пытался опровергнуть слухи о деде, но его никто не слушал. Как-то ночью, через неделю после смерти деда, из Тристрама пришли обезумевшие беженцы. Они жаждали мести. Помню, как отец кричал, чтобы мы убегали, и злобный многоголосый хохот. Как раз перед тем, как Юст вытолкнул меня в окно, я увидел, как по лестнице ползет мой отец. У него было перерезано горло, а из спины торчало два кинжала. Он спас тебя, Хедрик. Ребенок ведь об этом не думает. Он думает лишь о том, что его отец мертв. А ну-ка давайте кое-что проверим, если это запустить, да? По глазам вижу, что ты от меня... Ага, он может говорить, а я могу что-то делать, да? Да, хочу. Отлично. Ну ладно, как-то как раз перед... Он спас ребенок. Так, теперь давайте-ка... Починим это все дело. Так, есть это. И тык-тык-тык. Хорошо. Так, сюда. Камушки. Тык-тык-тык. Камушек до хера. Колечко сюда. Да, хуже уже, чем моя. Ну, с оружием тут пока что ни хера не дают. Так, тут надо вытянуть камень будет с этой фигни. Шапка, конечно, какая-то уродская, но, блин. Что делать? Так, капли эти, слезы. Этих дохера, не знаю, значит, что с ними потом делать. Камушки. Так, иду-ка я, наверное, камень вытащу сначала. Так, что ты там? Ты мне нравишься. Предложить можешь. Знаешь истинную цену моих товаров, а не как некоторые. А какой это цвет-то? Осеннее, пустынное, охотничье, дубильные, водяная, блин. Я не знаю, давай-ка голубую, наверное, возьмем. Раз. А сколько мне тут надо красить? Пути нашим спасителям. Ну, вот три, давай-ка три возьмем голубых. Удачи вам, колдеи! Берегите нашу линию!
Так. Берем. Так. Есть. 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 Так, что еще? Перчатки и щит бы покрасить, да, наверное? Сейчас покрасим, блядь. Где это наша? Так, и так. Так, и что он тут предлагает нам? Ни хера хорошего он нам не предлагает. Так, давайте-ка еще раз. Оп. Перчатки и... Этот предмет нельзя покрасить, охереть. А ну-ка. Ну. Еще на плечики. На плечики, подожди-ка. Цветовая сочетаемость. Ёп, что ли, умение дикое. Так, нам надо камень вытащить. А ты что можешь там предложить? Я, конечно, иногда торгую с подозрительными типами. Мало бы с дырками. Все, что остается, показываю тебе. Да что ты? Показывает он этот. Куда дальше? В великую пустыню? Мы отправляемся в Колдей. О, колдей! Жемчужина Востока! Mm-hmm. На самом деле это не жемчужина. Я понимаю. Так. Что есть что-то куда всунуть? Нет. Можно спокойно возвращаться, я не знаю, какой бы камень в шлем засунуть, сейчас надо будет глянуть, что там, какие камни дают. Так, этот, не знаю, сюда пока что. Так, что дает здесь? Это дает так, шлем 20% здоровья, это жирно. Так, 3 магических предмет найти, всех умений. Я не знаю, может магический предмет. Блять, он его вынимать тут будет столько стоить. Ого, 27 000. Давайте 21 к магическому предмету, пускай будет. Так. 30 живучести тоже надо будет со временем вынимать. Так, вроде все тут, да? Такого интересного больше ничего нету. Надо разобрать теперь эти, блин, всякие доспехи. Чувак. Это мы разобрали. 20 слез. Так, эти идем продадим. Вот, я тут накопал кое-чего интересненького. Взгляни-ка. Да что ты тут мог накопать, чувак? Двуручный с камнем 229. Не. Так, нет. Нет. Говна всякого накопал. Так, а давайте теперь я хочу внимательно посмотреть, что тут есть. Великий топор. А что я там выучил двуручное какое-то оружие? Где оно, блин? Что-то я ничего не вижу. Ну тут еще не скоро, что-то будет хорошее. Так, наплечник. 144, 164. Нету смысла. Так, тут тоже.
Шузы тоже нечего трогать. А вот капчики можно. Блять. Да что такое? Ну, это ближе к теме. Так, дальше. Да что такое? Да, неужто не могут нормально даже эти сделать. Честно говоря, что-то я не увидел бы. Ух ты, комплектный меч. Клятва тени. Понятно. Так, это мы разбираем. И сюда. Так, что там, кто хотел с нами поговорить? Я понимаю, не каждый способен оценить мои таланты. И все-таки возьми меня с собой. Не хоть иногда жалеешь о принятом решении. Лучше допустить ошибку, чем ничего не сделать. Поэтому нет. У меня вечно все получается не так, как хотелось бы. Может, проблема в том, чего ты хочешь? Попробуй пожить в трущобах, а потом можешь учить меня жизни. Не надо так волноваться. Я просто пошутил. Понятно. Пошутил так пошутил. Так, а вы что тут расскажете? Времени почти не осталось, друзья. Влияние Белиала на колдей растет. Но как мы найдем Белиала? Искать не придется. Магда и ее последователи сами приведут нас к нему. Я никуда не пойду, пока душа дяди Дикарда не обретет последний покой. Мы должны почтить память павших и продолжить нашу миссию. Я нашел караван, с которым мы поедем на восток. Поговори с его хозяином, когда будешь готов отправиться в путь. Мы попрощаемся с Дикардом перед отъездом. Вот так вот. Поговорить с погонщиком. Кто такие Белиал и Азмодан? Белиал — владыка лжи. Единственное, чего он жаждет, — это власть. И все его усилия направлены исключительно на ее обретение. Его брат Азмодан правит другой частью ада. Его называют владыкой греха. Я чувствую его влияние на этот мир, но мне пока неизвестно, где именно он нанесет удар. Может быть, Белиал приведет нас к нему? Сейчас они скорее враги, чем союзники. Но я надеюсь, что ты прав. Так, понятненько. Ну что ж, погнали. Ну что, друг мой, отправляемся в Колдей? Давай. Ну что ж, переходим в Колдей, ребятушки. 43-й уровень паладинчика нашего.
все это сказки. Дядя видел лишь то, что хотел. Декарт пожертвовал многим ради этого мира. Но дело его не закончено. Да что ты знаешь о жертвах? Сирая, древний закон небес строго запрещает нам вмешиваться в дела смертных. Ты преступил его сознательно. И в чем же я виновен, Империя? Что несу справедливость? Пока ты, как трус, прячешься за своим троном. Замолчи! Ты ответишь за своеволие. Тебе судить меня. Я сам справедливость. Мы должны служить высшей цели, защищать невинных. Но если законы небес сковывают вам руки, я больше не могу называться вашим братом. Так ты сам решил стать одним из нас? Светотатство! Единственная надежда этого мира. Я не верила тебе. Думала, что это выдумки. Твой труд так и остался незавершен. Пропадет, дядя. Я его закончу. Вот такая вот история. Так что он отказался от того, чтобы быть бессмертным ангелом и стал смертным человеком. Акт 2. Ух ты, Калдей. Тристрам в безопасности. Но это только начало. Великий восточный город Калдей оказался в руках Белиала, владыки лжи. Пора нанести ему визит. Сейчас нанесем визит. Без проблем. Это я могу. Ага, это как в Diablo 2, помните, был тоже пустыня, второй акт. Ну что ж, тут все понятно, в принципе. Так, наверное, здесь и сохраняемся. С вами был Олег, и это канал Best Video Games. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. До встречи.